Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть The Great War Western Front. Вышел наконец-то патч, который исправил ничего. Камера как глючила, так и глючит. Игра без интернета как не работала, так и не работает. Значит, сейвы она при обрыве интернета также запарывает. Собственно, запоротый сейв прошлой серии. Мне пришлось заново начинать кампанию, потому что автосейв тоже убит. Вот, я сделал на глобальной карте все то же самое. Противник напал точно так же на Сент-Мену. Первую битву я отыграл, не стал ее заново записывать, потому что топтаться на одном месте вообще никакого интереса нет. Вот ее результаты. Получилась патовая ситуация. В прошлый раз у нас было незначительное поражение. Я думал, что поражение засчитано нападающей стороне. Но нет, это наш результат, это наше было незначительное поражение. Напомню, что в прошлой серии мы набили... Сколько там, 17 тысяч или 15 тысяч немцев, потеряли 10 тысяч бойцов, ни одну точку не потеряли, но при этом по очкам игра нам засчитала поражение, потому что здесь задачи не важны, здесь важны очки вот эти. Решение странноватое, но я так понимаю, что связано оно именно для того, чтобы влиять на национальный дух. Но во всех других стратегиях на национальный дух влияют потери людских резервов, людских ресурсов, а не вот такие вот какие-то странные очки. Но на фоне того, что игра без интернета не работает, это как бы ерунда. Вот, соответственно, в этот раз получилось сыграть лучше, чем в прошлый, но не сильно, поэтому неважно. Это неважно. В этот раз мы набили, правда, 19 тысяч противников, а потеряли 7 тысяч. То есть получше. И сейчас у нас будет вторая битва, потому что между битвами нельзя сохраниться. То есть я переиграл. Полдня у меня висела вот эта вот картинка на паузе, чтобы тебе ее показать и чтобы перейти в следующую битву. Потому что нельзя засейвиться между битвами в середине хода. Ребята к сейвам относятся, не знаю, они, может, хардкорчики, конечно, лютые. Я как бы это дело люблю и уважаю. Но, блин, ну а уйти от игры почему-то нельзя? Почему без интернета сингл не работает? Совсем, что ли, ненормально? Пуф, ладно, погнали. Значит, сейчас мы переходим к карте мира. Будет сейчас вторая атака на нас. Тоже на Сент-Мену, так же, как в прошлой серии должна она была быть. И сейчас будем сразу воевать, и после этого можно будет засейвиться, если интернет не отвалится. Интернет у меня крайне нестабильный, поэтому у меня так и бомбится эта история, что без интернета нельзя поиграть. Был бы у меня кабель на 100 мегабит, который не лагает, не отвалится, я бы даже не заметил этого. И может быть они тоже поэтому и не заметили, но они вообще-то продают игру, и вообще-то игру не за 200 рублей продают, поэтому тестированием бы стоило озаботиться. Такс. Смотри, какой прикол. Минус 1, минус 7. Только что показывал, было минус... Сколько? Минус 6, минус 9. Сейчас стало минус 1, минус 7. Даже сама себя игра не может там как-то объяснить. Вот эти вот все перерасчеты. Ну ладно, значит, мы потеряли единичку. А, так. Но выполнили разгром немецких рот. То есть в прошлый раз, когда интернет отвалился, даже задача не засчиталась. Хотя задача уже была выполнена. То есть, блин, неужели сейф нельзя сделать без интернета, локальный, чтобы закрыть что-то? В общем, двоечники. Хотя, конечно, я как мышь нервничаю, ругаюсь, но продолжаю играть. Потому что сама по себе игра-то хорошая. И вот эти вот баги просто отвратительные, уродские. А игра-то хорошая. Ну и вот она, вторая атака на Сент-Мену. То же самое теперь со стороны Вузье. То есть, ну, комп делает так же, как он делал. У него опять 9... корпусов в атаке, у нас 10 в обороне. В прошлый раз я как-то натаскал французов, у меня было 160 рот. Сейчас у меня 200 рот, я, наверное, лишний корпус сюда поставил. И причем половину почему-то британцев. Но не суть важно. Погнали. Сейчас интересно посмотреть. Обещали, что вот эти вот, кстати, да, карта создалась другая. Обещали, что окопы от хода к ходу будут сохраняться. Поэтому сейчас все, что я настроил, должно, по идее, остаться. И это можно будет еще улучшить, потому что снова 2200 ресурсов. Можно будет все, что сделано, сделать еще крепче, еще лучше. И еще лучше сейчас удержаться. Проверяем. Ни хрена. Но нет. Может, это баг очередной с сохранением. Я фиг его знает. Ладно, что будем делать? Будем делать сейчас... Ну, так же я буду делать, как в прошлый раз, когда я их остановил. У нас вот здесь где-то точка высадки. Значит, делаем. Вот так, наверное, делаем. Как я делал в прошлый раз. Вот так я делал. От края. А
от края не воткнется пулемет. Если сделать вот так, то воткнется пулемет, но пулеметы все равно расстреляют, поэтому ну нафиг. Ставим просто крепкие окопы, эту шнягу снимаем. Сплошной линией идем. Ставим крепкий окоп. Так, здесь поворачиваем. Это все отстань. Так. Эти два шняжных окопа, случайно сгенерированных, пусть остаются. Ломать я их не буду. Бог с ними. Командный, где ты наш? Этого также плотненько прикроем. Вот двумя крепкими окопами его закроем. Да более того, и карта на самом деле... А, все, я понял. Все. Провозмущался. Провозмущался и понял, в чем прикол. Это не та карта, потому что идет атака с другого направления. То есть с того направления должны окопы оставаться, а с этого, значит, будут. Все, нормально. Ладно, тогда ладно. Играем дальше. Вот как раз вот эта карта в тот раз и была, когда я записывал, когда потом все споганилось. Все, вот так вот делаем. Тогда лады. И вот здесь вот точка высадки, да, наша. И маленький стрёмный окопчик. На точку высадки ставим хороший окопчик, чтобы они сразу запрыгнули. Им мешается стрёмный окопчик. Все. Здесь все. Вот здесь тоже еще ставим тогда. 1200. Все, тогда значит все будет сохраняться, просто когда они пойдут с того направления. Здесь у нас будут выскакивать чуть спереди. Где-то вот тут забегать в этот окоп. Здесь нормально. Б, охранение сделали. Нам нужна вторая линия для резерва. Тут будет сидеть резерв, который будет выскакивать туда, потому что там будут бомбить, они будут отсаживаться, съеживаться здесь и бежать туда наверх. Так, и нам нужно их вот так вот соединить. Значит, с этой стороны тоже нужно соединить, чтобы они быстрее забегали. Это, наверное, можно и убрать тогда. Сэкономим. Где там 2 очка? Ладно. Так, здесь. Ну, до точки А мы надеемся, что они не дойдут. Поэтому тоже просто сзади поставим линию простых окопов. И шнягу сломаем. Вот так я сделаю здесь переход. Хотя, судя по всему, далековато, раз 3. Давай поближе поставим их. Вот так вот сделаем. Потому что тогда из второй линии они смогут стрелять по первой, когда там будут подбегать. То есть им хватит дальности. Вот с такого расстояния я не уверен, что им хватит дальности, поэтому делаем так. Все. Эти есть. Потом, конечно, нам не хватит места. Ну, под колючку здесь. Ну ладно. До колючки еще дожить надо, потому что, я не знаю, вымораживает конкретно. Вся эта богатория. А, смотри, воткнулся в угол пулемет. А в прошлый раз не втыкался. Смотри-ка, и тут воткнулся. Так, он кроет вот до сюда. Это кроет вот до сюда. Все, эти прикрыли. Вот так. На тот край. 1000. 1000 есть. И пушки. Значит, что с пушками? Пушки я брал
легкую пробовал артиллерию. Она пошустрее стреляет, но она кроме подавления нифига не делает. Поэтому ставлю их 3. И хорош. И поставлю тяжеленьких. Парочку тяжеленьких. Все, хорош. Погнали солдат доставать. Я-то надеялся, что сейчас у меня уже тут будут окопы хорошие. А фиг там. Переходы. Переходы забыл. Так, все, теперь переходы есть. 15 высадил. Пойдем на тот край. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, резерв. Резерв. И здесь резерв. Все, все закончились. Побежали. Побежали воевать. Тяжелая. Тяжелая. 4, 5. На двойках тяжелая. Все остальные дальше. Смотрим, провел бомбардировку. Нет, не провел бомбардировку. Нет, бомбардировку он не провел. Хорошо. Погнали тогда, крутим время ускоренно и ждем. Ждем его. Дирижабль. Я могу добить до дирижабля по ходу дела, да. Попробуем снести ему дирижабль. Так, он начал атаку левого фланга. На левом фланге нет дирижабля. Ну, пулемет, как всегда, улетает. Вот. Так, вот, наверное, дирижабль. Да, есть дирижабль на левом фланге. Но легкие не наносят урона. Вот этот бы сбить. Хотя лучше тогда вот этот, раз он по левому флангу отработал. Расфигачил нам пулеметик. Ждем. Есть контакт. Établissez les positions. Ordre de tir de barrage. On a nos cibles. Далеко, наверное, я. Хотя нет, работает подавление. Ну, вот кроме подавления, легкая ничего не дает, на самом деле, штука. Урона нет, урон наносит только стрелки. И тяжелая арта наносит урон. А через легкую, видишь, вообще идет без потерь. Причем еще и элитной пехотой прорвался. И вообще по фигам. Ну, кстати, пулеметик достает до нее. В этот раз нормально встал пулемет. Чуть-чуть успел покосить. Но не сильно. Так, бегут еще. Здесь уже тяжелый, пора работать. Некогда уже расстреливать его. Так, а у нас тут выбили уже. Вперед, резерв, вперед. Подтаскиваем новых бойцов. Центр удержали.
Подавляем, подавляем. Здесь пулеметик работает. А, тут пулеметик стоял в первой линии, его разнесли. Вон тот пулеметик может работать. Да, тот пулеметик работает, отлично. Ну, хоть один пулеметик работает, это приятно. Потому что до этого мне не удавалось еще поработать пулеметиком, их сносят просто со старта всегда. Так, а этих отбили. Ну, смотрю, что-то элитных поприбавилось. Новобранцам тут ловить нефига. Так, по-любому. Так, вот этих подавим еще. Чтобы они не расслаблялись. Новобранцы запрыгнули, пошли в атаку. Элита запрыгивает тоже в окоп. Причем нормально месит там. Пулеметы работают. Так, сейчас. Ага, все, по пулемету тоже навелся. Сейчас будет сбивать пулемет. Что-то не могут новобранцев выбить каких-то. Вшивых выбили, вшивых новобранцев. В атаку. Да в атаку же, японский бог. Перетаскиваем резерв. И сразу в атаку. Ну, вперед, бегом. Теперь стреляй, теперь ты не ходи уже. Ну, они вылезли, сейчас мы их расстреляем. Так, а нас и там прожали уже. Давай, тащим резерв тогда. Через ближний переход. Бегут противники. Вон там где-то. Кого-то они все. Вот они все. Пробили, думаю, дырку. И ломанулись в нее. Сейчас наш там появится. Перебрасываем резерв. Эти смогут пострелять еще. Здесь вламываемся. Так, этих подавить. Заходим в окоп. Так, а там кто-то убежал куда-то, нет? Нет, никто не убежал. Ждут наше подкрепление. Здесь готовы. Тут нормально отстрел идет. Этих сейчас тоже тут примут. Этих отстреляли. Так, давай, давай, скорей. Сюда и сюда. Сюда можно вести огонь с этих позиций. Арта навелась. Отставить. Здесь идет стрельба. Подавить этих. Подавить вот этих. Все, тех подавили. Этих подавили. Один только элитный в работе. Ну, сейчас его начнут стрелять. Обрываются в окопы. Вперед, вперед. Сейчас выбьют, надо переставлять. Пошел в атаку. Эти идут в атаку. Эти сейчас отстреляются. Тащим резерв. А чё ж нас тут выбили-то? Ну, они, кстати, тоже отступили. Выбить-то выбили, но не задержались. Другой вопрос, что сейчас новая волна уже подойдет.
Прыг сюда, прыг сюда. Прыг туда. Резервный окоп наш отрабатывает артиллерию. Пока идет бой. Здесь сейчас перехватят. Так, ты давай на позицию. Выходи, выходи. Все, тут мы встали. Давай уйдем из этого окопа, ну нафиг. А, уже все, походу. Да, уже стой. Теперь уже стой. Так, противник. Пошел на центр, он, судя по всему. Что-то мы попадаем слегка. Так, там мы его не задержали. Давай здесь попробуем тяжелый валить. Нанести урона. Тоже подавляет. Меняйся, меняйся. Так, на ту сторону перебегай. Здесь нормально подавленные, нормально их выбивают. Здесь снова они запрыгнули в наш окоп. Подаем вот этих. То начинают стрелять они, все. Теперь они не стреляют. Ты откуда вылез? Откуда ты вылез и куда ты пошел? Иди вон туда. Чем ты тут стоишь? Так, тут нужна помощь. Иглом на помощь. Пойдем в крайний, запрыгнем. Здесь элиту выбиваем, там элиту добили. Что по центру? Пока держим центр. Так, уйди вон туда. Прорыв. Прорыв на левом фланге. Так, давай бегом вон туда помогать. Бегом вон, вон туда. Ты бегом вот сюда. Центр все еще не все. Ты ж, зараза, центр. Мало того, что не все, центр еще и захвачен. Бегом сюда. Подтаскиваем французов на центр. Здесь. Свежие силы какие-то бегают, давай их подавим. Подавили. И здесь сейчас подойдет еще рота, поможет выбить элитку вражескую. Так, тут нас подрасфигачили. Хотя вон там идут уже подкрепления. Пускай идут. Ага, вот еще одни. Пытаться расстрелять им там пулемет в надежде. Потому что у нас задание уничтожить 8 пулеметных гнезд. Но чтобы уничтожить 8 пулеметных гнезд, нам нужно для начала в атаку пойти. Так,
Вот, бегут неподавленные, значит, будем их давить сейчас. Здесь подавили. На вот этих не хватает. Ты стреляешь. Тащим. Здесь сейчас нам нужно будет подкрепление. Так, уходи. Уходи, уходи, уходи. Так, там нас расфигачили. Но мы тоже подходим уже. И сюда. И тоже вон туда. То этих подавили, хотя, конечно, мы их и не заберем их. Там элитная рота. Здесь, на центре нормально, вот здесь надо выбить. Тут нужно было переход сделать. Перебрасываем с левого фланга свои силы. Центр без остановки бомбит, но пока нормально, пока там все держится. Надеюсь, они вниз не прорвались. Давай вон туда вот. Вон туда. Так, вон они сидят. Будем их сейчас расстреливать тут. Все, там добежали. Не туда, добежали. Вот, вот сюда вот. Сюда вот. Туда вот. Туда иди, японский бог. Так, а ты вот тут останавливайся. Ты, японский бог, беги вон туда. Новая атака. Подзамочить бы еще из них. Здесь нормально. Эти подавлены. Резерв тащим вперед. Да, что-то на левом фланге проминают. Центр вроде нормально, там лежит одна подавленная, сейчас ее расстреляют. Давай долбанем артиллерии по кому-нибудь. Так, тут тоже элита подошла. Ладно, пусть пока сидят, стреляют. На помощь. В атаку. Отходи. Пошел он в атаку на нас. С левого фланга перебросим. Это далековато бежать, конечно, но ладно. Тащим подкрепление. Здесь сейчас рота целая подбежит. Поможет, выбьем элиту вражескую. Так, ты. Ой. Хотел отправить в отступление. Некогда.
некогда отступать. Подавляем этих. Меняем здесь. А он лупит прям по своим, ему пофигу. Наверх. Наверх уходи. Ты тоже наверх уходи. Подкрепление. Этот не ушел, походу. Да, этот не смог уйти. А и тот уничтожен. Подавим пока что. Здесь отстрел. Здесь уже вперед помогай. Тоже на центр. Давай сюда заходи стрелять. Че, по центру? По центру нормально. Так, опять потеряли охоп. И тут нас отбили. Мы сейчас подаем чуть-чуть. В атаку. Этот пошел. Давай, двигай. Тебя не хочет двигаться. Ну, все окопы так потеряем. Там держится еще, здесь. Здесь уже не очень. Мы слишком быстро теряем людей, говорит он. Да неужели ж? Главное, чтобы они не прорвались. Так-то. Тащим подкрепление. А, вот, кстати, подкрепление уже не подходит. Ой-ой-ой. Стой. Не ходи туда. А вот туда ходи. Здесь наши сталкиваются силой. Столкнулись. Там идет отстрел. Подаем, да, вот этих парней, которые тут бегают. Заскакиваем, начинаем лупить, тащим еще. Ух ты ж, там сколько прибежало. Посмотрел. Ой-ой-ой, и тут просмотрел. Так, ну там подавил нормально, здесь сейчас отобьемся. Блин, никак он не даст этим пройти. Куда они бегут, сразу он наводится. Курва. Давай, помогай там. А пока лимит командования, значит, все на месте. Хотел с левого фланга высадить кого-нибудь. Нифига. Давай на помощь. Эти бегут. Ты стреляешь.
Так, есть, давай. А, не получается так высаживаться, пока близко стоят. Значит, ладно, сюда бежим. В резервный окоп. Побежали вперед. Здесь разбежаться. А, вот, кстати, подкрепление наше. Давай в атаку. Так, разбегись. Так, левый окоп потеряли тоже. Бегом в новый окоп. Так, отходи. Отходи. Поздно не отходи теперь уже. Теперь уже беги. Да, вот куда-нибудь запрыгивай. Есть, этого выбили. Давай вон туда. А вот и не выбили. Давай, снимай позицию. Так, сейчас этот займем, тут бьемся. Подкрепления идут. Еще тащим подкрепление на левый фланг. Ладно, теперь не прощелкай, когда они подойдут, чтобы их не бомбанули. Так, ну вот, они подходят. Ой, блин. О, начинаются чудеса. Камера затупила. Не надо шевелить кнопками камеру, чтобы она не затупливала. Но как же это не шевелить карту кнопками-то? Стратегии. Вообще никак. Подходим. Давай скорее. На помощь. Эту держим линию, эту сейчас захватим. А вон уже и новые бегут. А мы немного нагнали людей-то еще. Ну хотя бы теперь через левый край можно высаживаться, нормально. Этих подавили всех почти. Там бегут еще не подавленные. Они несут страшные потери. Не представляю, как они еще держатся. Как будто мы не страшные потери несем. Здесь тоже щемят только в путь. Вот этим вот умником давай упанем. Есть, выбили. Погнали вперед. Здесь. На резервной позиции. Разворачиваемся. Так, они там снова ломятся. Вперед пошел. Новобранцы регулярны. Ну ладно. Так, на помощь. Центр потеряли. Так, хотя вот новые подошли. Вперед. В окоп. Так, что далеко стоишь? В окоп. Так, вот еще есть ребята. А, ну эти ребята стреляют. Ну, кстати, смотри, нет, я говорил, что с двух даже... С двух дистанций они могут стрелять. Но нам нужно помочь в окопе там. Бегом. Ты в атаку. Предстрелковый. Здесь. Зовем на помощь. Вот они. Ага, забоялись, убежали. Так, ты перебегай. Не успел. Здесь ты один тут. На помощь. Давай помогай. Ты на его место. И вон туда. 3 минуты осталось. Ну, как бы позиции наши они пока не проминают.
Поэтому я думаю, что мы их удержать-то сможем. Вопрос лишь в том, сколько очков мы получим. Так, а я прощелкал отход противника-то опять. Ну ничего, сейчас быстро их колбасим тут. Заколбасим всех, подавим. Ну вот, все, подавили. Этих подавили, этих подавили. Давай, уходи. Здесь новобранцы. А у нас еще одна регулярка идет. Этих сейчас выбьем. Мимо нажал, ладно. Вторую линию. На помощь. Ты, блин, отходи. Попробуем тут сейчас накидать тяжелой артой, чтоб с уроном. Так, беги, все, не останавливайся уже. Беги, беги, не останавливайся. Так, вот эти по нам стреляют, давай-ка их садим. Там нас выбили. Тащим. Только сказал, что они нас не могут промять, пока они сразу начнут проминать. Офигевшие ребята. Так, ну тащим вот отсюда тогда. Крепление. Запрыгивай в поход. Там не пойму, кто стоит. Кто и зачем там стоит, не запрыгивает. С левого фланга не получается вывести крепление. 2,5 минуты. У нас должны идти подкрепления, судя по лимиту наших пути уже. Их подавили, так, эти запрыгнули. Да, ну и вот наши силы подходят. Дам. Дам. Да, да, начали захват точки даже. Не просто подходят. Туда. Туда. Эти два сюда, этот туда, нормально. Сейчас если это успеет подбежать, поможет. Врываемся в окоп, половину потеряли уже, правда, пока добежали. А он еще артой нас накрыл там. Давай забегаем туда. Что-то не очень получилось. Так, и у нас заканчиваются ресурсы. Но осталось 2 минуты. Всего ничего. А там еще идут. А вот, может, мы сейчас и не удержимся даже. Но, скорее всего, мы потеряем точку, вот эту. Как бы, потеряем эту точку, но и командный окоп, поэтому... Думаю, что фигня. Это фигня. Все, вот теперь у нас кончилось совсем все. Тут мы его выбили. Артиллерии у нас больше нет, осталось 2 минуты. Так, давайте рассыпную. Так,
И на первый окоп. И на второй окоп. Эти там отстреливают, тут отстреливают. Хотя он тоже уже врывается. А что время-то не идет? Прикол, время подвисло. Блин. Ай, днище какое. Зависло время. Ну как так-то, блин? Мне осталось 2 минуты, чтобы продержаться, чтобы выиграть, да? Но зависло время, и теперь я сколько должен биться тут с ними? Так, подошли наши еще. Ты не стой, убегай. Или раз пошел захват точки, то время все теперь не будет шевелиться. Так они сейчас на бесконечном то времени могут и до командного дойти окопа, который не сильно-то у нас охраняется. Стреляйте, стреляйте, что вы стоите-то, бежите толпой, придурки. Бегом. Блин, перестреляли всех придурков. Время, ты думаешь идти или нет? Вот, вот что, вот где логика в этом? Шло время, да? Ну, начался захват. Ну и что? Время-то почему замерло? Ну, давай-ка отойдем на запасные позиции свои. Потому что людей больше нет, в атаку кидаться резона нет. Вы что не пошли? Сказал же идти. Бегом. Кретины сейчас получат по флангу. Так, ну наши хоть начали стрелять. Отстреляли роту. И на том спасибо. Ходи. Если сможешь отойти, то отходи. Один залп артиллерии остался. О, время зашевелилось. С чего вдруг? Ой. Ну это просто... Просто... Я не знаю, как это назвать даже. Берем резервы. Отводим к командному окопу. Потому что время опять остановилось. Идиотизм, блин. Так, этих отстреляли, отлично. Этих отстреливаем, хорошо. Давай, 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 есть, этих отстреляли. Сейчас, может, и тех еще... Перебьем, они тоже отвалят. А я сейчас подведу еще одну роту резерва. Так, здесь раскочегарьтесь по кусочкам, разберитесь. Бингут, бингут, бингут. Туда-сюда, сейчас попрячемся. Нормально будет. Чтобы этим сейчас не накидали. Они сейчас должны прыгнуть в окоп уже. Может, пока захват точки. Ну, опять же, ну где логика-то в захвате точки? Ну, захват и захват. Ну и что? Почему время-то не идет? Не успели захватить вовремя? Идите в пень. Враг захватил одну из наших точек. Да что ты говоришь? Все, время пошло. Ура! У игры в Стиме в основном положительные отзывы. Так хочу сказать. Но меня игра что-то все прям больше бесит. Все больше бесит. Но отбить без арты мы не отобьем. Поэтому просто ускоряемся и ждем, пока таймер наконец-то пикнет.
со своими периодическими выключениями. Я думаю, что потеря одной точки это не поражение все равно команды так. А они вон пошли на левый фланг. Погнали. Ой, на левый фланг, на центр пошли. Так, хотя стой, все. Все, стой, разойдись. Кто-то он пытается там еще подбежать. Все, уничтожено от народ еще. Ну и все. Я думаю, сейчас нам засчитают поражение. Не крупное какое-нибудь, но поражение. Потому что мы целую точку потеряли. А оно даже и... Да, незначительное поражение. Оно даже, когда мы больше очков набираем, все равно не считает нам победы. Так, итого смотрим, сколько? 2200, ну нифига себе, 4300. Да, в этот раз, конечно, у них сильно больше очков. Наши потери 12 тысяч, его потери 20 тысяч. Ну, нормально тоже, в принципе, нормально. Причем элитные перерубили. У нас только обычная была. За захват точки 800 очков он получил. Минус 10, минус 5. Ладно, переживем. Это дело мы переживем. Тем более, что эти окопы... Хотя, наверное, захваченная точка останется за ним это в следующий раз. Это дело бы посмотреть. Может, придется тогда его выбивать еще и оттуда. Но звезды все на месте. Все, введем на карту мира свою. Чтобы быстрее игра засейвилась. Есть интернет-то? Есть, да, интернет есть, нормально. И не отвалилось. Переигрывать каждый раз вообще не очень-то. Незначительное поражение. Минус 8, минус 3. Так, стоимость 1700. Мобилизация. В поддержку фронта народ не продолжается мобилизация. Новые пехотные корпуса уже сформированы и готовы к бою. Получили 6 корпусов. Хорошо. Получили 1000 денег, получили 1 очко исследований. Цен минул. Проверяем. Ну, в принципе, тут все остались, сколько было. Звезды остались, люди остались. Нормально. Выкинуть отсюда 5 британцев, поставить сюда 3 французов, наверное, надо. Чтобы не было разлобщенности. Так, тут вы что хотите? 8 гнезд. Понятно. А снаряды против окопов? Исследуйте современную артиллерию. Понятно. Это 4 очка науки. Да очень далеко. Ладно, удержали и нормально. В следующей серии будем заниматься перераспределением сил своих. Как я уже сказал, нужно здесь сделать народные войска. Те же самые 10 корпусов пускай будут, но чтобы все были французы. Кого-то еще докинем сюда. Ну и будем смотреть, где там противник, что на нас готовит. Так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой бесячей игры. Потому что я все равно буду дальше в нее играть. Надеюсь, мне больше не придется просто переигрывать ее из-за постоянных проблем с сейвами, но... Ой, ну ладно. Пиши комментарий, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока.